Доброго времени суток, продолжаем снимать обзоры на еду и напитки. Ну, у нас рубрика «Мясные фарши». Сегодня у нас на обзоре фарш из говядины, процентная жирность 80-20 от бренда A Group Meat Processing. Вот, значит, приобретался он за 1200 рублей в магазине «Метро». Фарш 2 килограмма, 599 рублей за килограмм. Вот. Так он выглядит. Давайте посмотрим производителя калорийность и будем готовить, дегустировать. Ну, выглядит, в общем-то, неплохо. Такой вот пакетик. Наклейка еще халяль. Итак, значит, производится компания A Group. Производится в Ульяновской области. Вот адрес указан у вас на экране. В состав у нас входит только говядина и все, изготовлен по тушке. Больше ничего нету. Причем какой вид говядины, непонятно. По калорийности довольно жирная говядинка, хотя у нас 80-20 типа не жирная, не 70-30. Вот. 16 граммов белков, 23 грамма жиров и 271 килокалорию. В общем-то, больше сказать нечего. 2 килограмма. Ну, я так понимаю, фарш неплохо подойдет для бургеров. На какой-нибудь соус, типа рагу болоньезе. Конкретно я буду с ним готовить, как всегда, пасту. Вот. Для начала, как всегда, пожарю просто соль, перец. Если фарш хороший, туда уже буду с него делать блюдо с соусом и гарниром. Ну что, погнали готовить. Ну что, ребята, фарш вот так выглядит довольно неплохо. Ароматика тоже хорошая. Добавлю соль и перчика и будем жарить. Ну что, ребята, аромат хороший. Это уже хорошее количество мяса, не протухшее. Все идет пока неплохо. Ну что, ребята, фарш готов, только соль, перчик, без соуса, без специй. Попробуем в чистом виде. Довольно вкусный, очень вкусный. Консистенция хорошая, не резиновый, чувствуются волокна. Хрящей, костей пока не обнаружено. Но в целом мясо хорошее. Хороший запах, хороший вкус, реально. И консистенция. То есть пока что мне фарш очень нравится. Сейчас с ним буду готовить как пасту, так и лазанью. 2 килограмма. Вот. Пока что мне очень понравилось. Фарш отличный. Ну что, ребята, фарш приготовился. Поставил медленный огонь, добавил макаронные изделия, специи и немного мякоти томатов. Сейчас будем пробовать с пастой. Ну что, ребята, все готово. Давайте начнем пробовать. Уже, соответственно, с макаронными изделиями. Со специями он стал еще приятнее, с соусом. Просто отличный фарш. Подходит как в чистом виде, так и для готовки блюд. Ребята, также вот получилось отличное лазанья. Фарш себя зарекомендовал очень хорошо. По вкусу консистенция хорошая, без жил, без костей, без хрящей. И вкус получился отличный. Ну что, ребята, готов поставить оценку. Я поставлю 5 баллов из 5. Фарш мне очень понравился. Во-первых, адекватная цена. Получается около 600 рублей за килограмм, за целый килограмм. Это хорошая цена. Во-вторых, сам по себе фарш хороший. Приятный запах, приятный на вкус, хорошая консистенция. Вот, поэтому твердая пятерка. Хороший фарш, с которого можно готовить бургеры, пасту, там, лазанью, много чего другого. Крайне рекомендую. До новых встреч.